Александр Иванович Куюн, потому что по всей этой выборы я должен отдать дань уважения. Я всегда был за Россию, никогда у меня не было. Я считаю, я лично считаю, Россия, Украина и Белоруссия, мы были спокон веков. Меня никто под автоматом не приводил, я добровольно, потому что я совестна людина, у меня такого нема. Та не брешуть, їй-богу брешуть, я не верующий, ну, бо я комуніст, спокон віков був і остався там. Ну, ні, нічого, і ніколи не це. У мене навіть паспорт совєтський, ось, бачите, СССР, ось. Володимир Володимирович, ну, якщо б це, я б вам сказав спасибо. Потому что, ну, сделали вы хорошее дело, освободили. От. У нас же ж нельзя было не балакать по-русски, не спевать по-русски, ничего. Все ж, я понимаю, что я допустим, украинец, я и не кажу, у меня дід и прадід, но русская мова повинна быть, не может такого ж быть, что они сделали нас... Ну, дебілами вже, хіба ж можна? Так не годиться.